Всем привет! С вами снова Добрый Кналкан. И сегодня мы будем играть в Mortal Kombat 11, как вы уже поняли. И на этот раз мы начнем походить в сюжетную линию. Поехали! Он уважал, что представляет. По душе незаурливым. Кто знает, ждал, что вы нашли в игре Mortal Kombat 11? Это второе видео. Там был аномальный, правда, не жарко, но все равно. Будем наслаждаться, что уж. Вот Шиндек, он выглядит не особо доволенным. Это же мы, кстати, в трейлере показывали. Говорит, что битва изменила Лейлана, типа к лучшему, все такое. А вот и сам Лейлан. Это уже не тот добрый Лейлан, которого мы знали раньше. Какая вот заткнуться Шиндеку. А надо продолжать дальше его пытать. Шиндек говорит, что он типа принял Ишну, которую он был изгнан. Truth I embrace, Shinnok, is that mercy is wasted on those who defile Earthrealm. I will destroy all enemies before they destroy us. Starting with you. Шиндек тише смеется. Все говорит, что даже он не способен убить старшего бога. А я говорю, что есть вещи и похуже шумелки. Ну да, пожалуй, это хуже. Я, конечно, писаю, то, что не показали. Он там чисто с башкой плюшел, клюкан вы с катаной, типа вот так вот, так вот. Нападете вам кванты, все такое. Надо показать, как это было. И Шиндек уже не выглядит таким особо довольным. Что ж тело-то нужно ему. Как раз, Лейлан говорит, что он доставит Кулюкангу и его приспешникам из преисподней. То, что он и сделал в 10-й части. Непонятно, что с троном появляется. И это, да, колонник. Следует Шиндек снова, там вообще офигел, но уже в вашу сторону, все такое. Ну, типа колучим, все такое. Mortal Kombat 11. Глава 1. Ближайший родственник. Кэсси Кейдж. Сейчас Соню. As you were. For 25 years. Говорите, потому что ни одна победа не пошла без потерь.
Yet none of our victories have come without cost. Recently, Commander Jackson Briggs was honorably discharged. His physical and psychological left him no longer fit to serve. We honor Jackson's father, and we honor his sacrifice. Tirelessly defend Earthrealm. Sergeant Cage, step forward. Your leadership and warfighting ability have earned you promotion to commander. But there are no family favors here. By special forces tradition, you still have to pass one last test. I need to kick the CO's ass, ma'am. Your ass, ma'am. All right then, sergeant. И надо дальше Шоне, что ж. Дочка против мамы, посмотрим, что меня повысит же. Так. Чисто рандомно. Так. Ничего, я не понимаю, что я делаю? Так. Это больно. Так. 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 Апперкот, похоже. Неплохо, первый раунд за мной. Раунд номер два. Погнали. Так. Я же маму так не знаю, но пофиг. Не ходит. Так. Неплохо. Башок можно сделать. Контрольную голову. И... Всё, бой окончен. Всё. Повышается до командира. Так это почему-то команда пишет. Congratulations, commander. Джонни. Come on, Dad. You really have to go? Well, you've got your duty, commander, and I got mine. Starring in yet another ninja mime sequel isn't. Главное, вон в фильме будут играть. I need to provide for you in the. Видимо, вернулся в кино. Кейдж. Jeez, guys, I'm right here. И походу они снова вместе. Короче, Лейден. General Blade, Cassandra Cage. What is it, Raiden? The Netherrealm. И что-то там поможет по преисподнюю. We should open a dialogue. Но Лейден тогда. Сумасшедший. Kang and Katana were friends once. They are irreparably polluted by Shinnok's evil. Дальше мы должны нанести удар, сейчас они больше не те, все такое. We must strike them preemptively. It's about time we brought the fight to them. What's the target? Когда нам почти посадится. И надо ударить по хламу Шиннока. The seat of their power. Destroy it, and their undead army will fall, removing its threat to Earthrealm. Aren't your powers weaker in the Netherrealm? Yes, but I will have sufficient strength to buy the undead army. That'll buy us enough time to infiltrate the cathedral. Destroy it from the inside. We get pinned down in there, there's no way out. To ensure Earthrealm's survival, we must all be able to survive. You know, it's been 2 years too much of your grim and gritty makeover going on about sacrifice. You don't have a family. Тише, возьмем, что был внес какие-то потери, все. Верим, что мы снова потели. Right, что говорит, они не готовы к очередной войне. И надо ведь сюда до того, как Люкан приведет ее сюда. Ну а у него свою. А не Шоню. А ты так сказал, что это?
наша вроде вообще готова. Хотя я не думаю, что они готовы к такому. Да, их дофига. Так, спокойно, идет. Пытаюсь подступить. Тем не менее, пофиг. Зайон находится в окружении, но ему тоже пофиг. С таким-то амулетом. С поучим на камулет. Вот и Лукан с Китаной. Да, и, конечно, дофига. Кому-то бошку отрубили. Да не шуть. Отрубили, да и фиг с ней. Ворчунок вообще сейчас больше башки живет. И ему новым. Ну, хотя я так не думаю, что ему новым. Только в общем, ему бы живется гораздо бы комфортнее. Чья-то чаша да будет такое нехорошее. А вот и голова Шиннока. Ей не весело. Кэти же таилась, все же таились. Кабал джает. Бесара, кстати, их не было. Дай все, уничтожит Рейдена, если он сюда придет. Поклонились голове Шиннока. Что говорит, что Кабал выше, что надо установить его и джейт. Она установит бомбу. Кончились фотоволны. Типа же надо накажу колонну на поставлю Шоне. Джек пока что избивает Джеки, а нет. Все нормально пока что. Все, обиделась. Сумали оружие. Погнали. Кэти против Кабала. Так. А там либо клевый достался от Джонни. Так. Кажется, чему-то да научился. Главное, не ваш обратно.
Да, продолжим новое. Смотрим, что будет дальше. Это больно. Так. Что ты крепишь? Кабал возбушевался. Надо его же как-нибудь накажать. Так. И да, Резмор Комбат я буду поговорить по одной главе, а не по две, как 9 и 10. Тут время лечь, а там мне надо было именно до 11 все сделать. Один удар. И... Да, портал ВБО у меня сейчас пошло. Джейд сбежала. Need 10 minutes. The support columns are further apart than expected. This month, you need help? Negative. Just watch our back. 10 more minutes. We needed to be taillights in 5. Двигаться, что должны были уже через 5. Well, we're in the shit now. Я тебе говорю, что теперь они вляпались. We have extra C4, yeah? Yeah, why? Let's buy ourselves time. Еще немного бомба осталось, Саша. Ну, будет весело, короче. Нихило, он так всех выскидывает их. Взяли доклад, что воины захватили кочной флам. Там нам все равно лейбл. Делюкану доколе, что это всего лишь отвлекающий маневр. Тупым он никогда не был. Но некоторые смогли выжить. Их выжить не будут, а на этот их вообще в легкую вышкидывал. Но пока что в окружении. Но пацанов не хотел уже дофига. Короче, Люка. И Китана вступает в бой с Кейси. Китана, Empress of the Dead. I've not forgotten our last encounter at the Sky Temple. How are your scars healing? Полегче. Против Китана буду чего там думала. Так. Ну, чему-то я тоже уже научился. Пока что волны бой идет. И так она использует все плюмы Мелины. Все так еще везет на этот плюбол. Первый раунд за ней. Ладно. Что-то я зевнулся аж. Что нам всегда сложно?
чуть больше учила то, что она... Причем Шаму любит пошла, вот это щели, но у нее с Люкангом. Так, но пошло то, что получше. Титана хорош меня бить. Далее я тебе немного помутужу. Так. 1-1. По идее, я должен победить, думаю. Так. Пока все довольно неплохо складывается. А так любого у него нету, так что все будет нормально. Да, победа за мной. Что они говорят, пошли. Люкан избивает Джеки. Загадочно ухмыльнулся. И обожжет жевал. И подожевал, попадает Соня Блэйр. Люкан говорит, что она в ловушке. Кэш говорит, что каждый пал сам избранный. И говорит, что он безнадежен. Поехали, Кэш против Люканга. Наконец-то Люканга засунем чешку для ушей. Почистим ему уши, а то обычно все Кейси попадается. Пова и Люкангу. Ничего, он меня сейчас изубил. Так. Но пова он все равно 1-0. Вау, ну и у два. Поехали. Это укос похоже. Пока все довольно неплохо. Так. И победа за мной. Кэйчи пошивает Люканга. Сами понимаете, куда. Да просто подвели, да пошел ты. Но там явно было fuck you. Кэйчи зовет Соню. И говорит, что не справится. Кэш возражает, что не больше лежит здесь. Своим же приказом отступать. Она закончит миссию. I love you, Cass. Что Соня посещается с Кэшем. Она задыхается. Give your dad a kiss for me. У Кэйси паника. Даже не паника, скажем так, истерика. И дистанция уже пущена. И аннулирование невозможно.
Глашей покажет, ну, уходите. Окей, я понял, еще только нового нету. А те товарищи продолжают наступать. И к вам, шумника, продолжается. Наверное, всех телепортируют. Наверное, говорит, что больше, чем повезет так погибнуть. Дрек не верит, что он это сказал. Но, наверное, он уже не тот. Ему уже на все пофиг. Даже у них тоже ничего не знает. Ну, просто Кэтч понимает, что что-то случилось. И Шар понимает, что произошло. Здесь Шар приносит преисподнюю. Лекар говорит, что они уязвимы. И тут появляется уже знакомый нам клоник. И она сразу устанавливает им их хлам. Катана типа не понимает, что это за фигня. Она посылает, что говорит, что наклонитесь в времени. Чтобы тщательно работала над сражением каждой души, чтобы держать мировую мечи. Но совершенно же работа и сполчена действиями Рейдена. Причем сполчена необратимо. Говорят, что они почувствуют, что это будет наиболее остро. Лукан говорит, что прошлого не вернешь. Лукан говорит, что она намерена обернуть время вспять и перезапустить историю. Но даже она не может создать новую Эллу в одиночку. Китан спрашивает, и чем она будет встречаться? Кому говорит, что самое главное, что не будет никакого Рейдена. Приглянулись. Люкан улыбается и сразу соглашается. Тут кого-то мучают. Походу хотят его глокнуть. Следители ликуют. Глава 2. Два шлемени, Кота и Кан. Она будет в следующем выпуске. Сейчас еще до следующего боя досмотрим. И все. Он говорит, что долг этого чувака будет оплачен. Ты говорит, что не помнишь ничего в случае убийства. Кота говорит, что он путает его с Шао Каном. И что он не пошивает, чтобы никого грабить бедных.
Шао Кан approved. His word was law. А ты говоришь, что Шао Кан был законом? Не уничтожил его меч, чтобы исполнить приговор в исполнении. Так как Шао Нисми никогда больше не будет страдать от положения Шао Кана. Готовишься лишь удал. Шелители хотят этого. Все, началось. Это само время. Всем хочет тяжело. Джакш, Джонни и Шоня. Только молодые. Легут оставшие боги. И сам бесшумный исчезает, оставляет себя только амулет. Котор тоже не понимает, что же меня происходит. А, это я понял кто. Это коллектор. Новый чувак в этой серии. Он пользуется этим и освобождает. А тут появляются Скарлетт, Эван Блэк, Балака, Кана, сам Шао Кан. Тоже не понимаю, что происходит Шао Кан. Лю Канг, Китана, все живые еще, Кунг Лао, Джейд. Не понимаю, что с ней сделали, что за костюм, что за фигня. И Лейлен. Еще добрый. Шелители в шоке. Все просто офигевают от происходящего. А там все думают, с кем я бухал, что за фигня. Те же белочка. Говорит, Лейден, Шао Кан. Тут говорит, генерал Котор. Наша Котор Кан вышивает, что Котор Кан. Шао Кан вообще, как ты типа смеешь называть на мой он? Ты чужак не думал. А Котор говорит, что он был убит давным-давно, как и Мелин. Че за фигня? Почему Кун Лао побил Шанжуна и... А! Я понял! Шанжуна и Кун Чи, то есть это еще до того, как Кун Лао свернули шею. Второй турнир. Возможно, что это же иллюзия. Возможно, что здесь только прошлое и будущее. Возможно, это именно Кун Лао должен был удачи Шкентава и выкинули. И все, что чили бы... И пришел то, что Шао Кан бы позже свернул ему шею. У них, видимо, что-то можно было, все такое. Шао Кан отталкивает. И предлагает помощь Шао Кану, что всем нуждающимся, что была предложена помощь. Шао Кану, что она ему не нужна, что он... Кан все мило, что освободит Телон, или он попытает пешки его крови. Следите довольны, им пофиг. Главное бой. Думаю, этот бой, конечно, многие бы хотели увидеть.
Понятно, Котор уже не хочет отдавать свою власть, он ее почувствовал. Если так судить, как Экватор, то, наверное, повышен по милосердию, все такое. Как говорит, что делать? Блэр говорит, что ставит Котлика на человека в сесте. Джей говорит, что она хорошо его знает, это Паула. И надо, типа, помочь Котлика, чтобы вырваться по происходящим. А Шао Кан, понятно, хочет убить. И ваш новый Котликан. Что ж, это было красиво. На Шао Кан вообще все нападают. Тут мы чуть-чуть балака. То есть шарапает Шао Кан, тот решает свое будущее. Что глупо, что ли? А то, что у него нет будущего, что все только Таны не могут вы. Благо, что это невозможно. А Кота говорит, что они обвинили Смелину, чтобы слышать с ним. И говорит, что продолжай, и он снова погибнет. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Кстати, следующий ролик выйдет в понедельник. Если вам понравилось это видео, понравился сюжетный режим, ставьте большой пальчик вверх. Пишите комментарии, что думаете по поводу этого всего. И подписывайтесь на мой канал. До школы!